Я прежде всего хочу поблагодарить организаторов столь мощной конференции и за возможность выступить на этом замечательном форуме с таким, в общем-то, я бы сказал, очень ключевым докладом для торакальной хирургии, поскольку эта проблема давно разбирается, и она считается, что решение этих вопросов может серьезно повлиять на летальность и смертность после операции. Обратите внимание, что объявили меня как одного докладчика, но на самом деле это команда, которая решает вопросы в университете ежедневно, включая как проведение функциональных тестов, использование спирометрии и диффузионной способности легких, так и специально выделенная лаборатория в пределах научно-клинического центра анестезиологии, которая решает сегодня сильно развивающиеся и серьезные такие вопросы по решению ответов, как переносит человек кардиореспираторное тестирование. Естественно, в этой команде находятся хирурги, потому что они с нами, и мы вместе с ними обсуждаем вопрос, может ли больной перенести торакальную операцию, в каком объеме и что надо сделать, чтобы он ее перенес. Но я бы начал с того, что история вот такого научного подхода к проведению кардиореспираторного тестирования, да, и вообще определение всего объема необходимого сбора информации для решения этого вопроса хорошо отражено в относительно недавнем вопросе, которая была опубликована в журнале Clinical Thoracic Surgery. Санья и Фергюсон, два известных таких человека, которые занимаются функциональной операбельностью, написали, что вообще-то этот вопрос начался обсуждаться с 1983 года, такой на серьезной научной основе. Да, и они получили первую современную хирургическую серию и относительно данных 30-дневной летальности у больных, которые подвергнулись резекции легких, и была обнаружена зависимость от объема резекции и возраста пациентов. Это тогда они огласили данные, что пневмоноктомия сопровождается примерно 7% летальностью после этих операций. Резекция доли легкого сопровождается летальностью примерно от 3 до 3,5%, и менее объемной резекции легких сопровождается летальностью примерно 1,4%. И надо сказать, это классические данные, которые мы, в общем, используем, наверное, и сегодня. Но когда, так сказать, просмотрели понимание этого вопроса, пришли к заключению, что большая часть послеоперационной заболеваемости после резекции легкого связана с легочными осложнениями, и что это требует более широкого использования спирометрии, показателей газообмена и оценки физической нагрузки для выбора подходящих кандидатов на операцию, а также дальнейшей разработки многомерных моделей риска и использования этих различных и других метрик. Но вот то, что используется в торакальной хирургии с целью анализа результатов этих исследований для использования как кардиореспираторное тестирование. Но прежде всего это жизненная емкость легких, хотя она входит в показатель определения индекса Тифно или по современному индекса Генслера. Использование результатов определения по спирометрии ОФВ1, использование максимальной вентиляции легких, но вы знаете, что максимальная вентиляция легких в современном представлении является функцией от объема форсированного выдоха за первую секунду, показатели диффузионной способности легких, наконец, не лабораторное и лабораторное кардиореспираторное тестирование, о чем мы говорим чуть попозже. Классическими становятся эти две схемы, которые были предложены в 2007 году в Америке для прохождения алгоритма допустимости больного резекции легких. И вторая – это была разработана алгоритм Европейского общества торакальных хирургов совместно, естественно, с ИРС. Они очень похожи, используют одни и те же показатели. И на том этапе историческом верхняя планка относительно допустимости по основным показателям, таких как ОФВ1 и диффузионная способность легких, верхняя планка заключалась 80% от должного. Я специально акцентирую внимание, попозже вы поймете почему.
Есть некоторые различия в этих двух моделях, хотя, в общем, алгоритм прохождения один и тот же. Обратите внимание, что европейцы начинают сразу с оценки спирометрических показателей совместной, диссеминированной и диффузионной способности легких. В то время как американцы сначала рассматривают только спирометрию, и уже на третьем, вот 1, 2, 3, 4, 5, это уровни решения алгоритма. И уже только на третьем этапе они переходят на решение, так сказать, рассмотрения диффузионной способности легких. Дальше европейцы переходят к определению того, что необходимо сделать кардиореспираторное нагрудочное тестирование. Ну, а американцы начинают маневрировать показателями, выделяют один какой-то, и все равно окончательное решение вопроса стоит за кардиореспираторным лабораторным нагрудочным тестированием. В итоге разница решения этих алгоритмов заключается в том, что европейцы допускают выделение пациентов, которые они считают функционально неоперабельными, и выносят их в отдельную группу для альтернативных методов лечения. Американцы говорят о том, что это смертельное заболевание рак, и надо рассмотреть вопрос, несмотря на высокие риски, об оперативном лечении. О каких мы, конечно, смерть – это крайняя степень осложнения, но мы-то говорим о респираторных осложнениях, которые возникают, и сердечно-сосудистых, которые возникают, могут возникнуть в результате оперативного лечения. Но вы видите здесь, так сказать, обозначены основные респираторные осложнения, которые рассматриваются, связанные с недостаточностью функционального состояния организма перед операцией. Это развитие острой недостаточности, вследствие пневмонии, ОРДС, синдрома ателектаза возникает, требующие проведения бронхоскопии, продленная искусственная вентиляция легких, реинтубация трахеи в течение ближайших 24 часов после операции и, наконец, необходимость наслаждения трахеостомы. Последние два – длительный сброс воздуха и состояние дренажа и формирование бронхиального свища – могут рассматриваться как результаты какой-то ошибки в оперативной технике. Ну и цель моего доклада – обсудить текущий взгляд на проблему функциональной операбельности, принятой в торакальной хирургии при планировании резекции легких. Что-то я не пойму. Мы с вами привыкли оценивать функциональные риски с точки зрения анализа и оценки больного, определяя класс АСА. Да? Действительно, эта шкала используется давно. В 2014 году произошел пересмотр шкалы. Основное, что выделяется здесь, и мы должны понимать, что эта шкала теперь разделяет пациентов, которые умеренно выпивают, да, и курят. Они не могут никак не отнесены быть первому классу АСА. И они подвержены уже по этим признакам риска ослабления. Я не буду подробно рассматривать на эту шкалу, обращаю ваше внимание на то, что... Обращаю ваше внимание, что в торакальной хирургии много изменилось. Стало много операций, которые проводятся уже не открытым путем, а торакскомическим путем. И недавно исследование немецких наших коллег показало, что несмотря на то, что доступ изменился, классификация АСА, разделение этих пациентов по этому признаку является серьезным моментом для определения функциональной операбельности. Обратите внимание, общее количество осложнений может достигать 18%. В этой общей группе больных при резекциях легких. И обратите внимание на то, что несмотря на то, что класс АСА и 1 и 2 являются как бы допустимыми для того, чтобы не возникало осложнений, тем не менее осложнения этих пациентов возникают. В два раза меньше, правда, но возникают. Значит, сам факт этой операции по резекции легких является серьезным фактом в прогнозе этих осложнений. Используются ли другие подходы к определению функции? А можно назад один слайд? Используются остальные другие подходы к определению функциональной операбельности с помощью использования специальных шкал? Да, используются. Но обратите внимание, это 14 основных шкал, которые сегодня существуют в настоящий момент, а применительно к торакальной хирургии. Не помню подробно все описывать, но только в 4 из них используется такой показатель, как класс АСА. Да? И количество переменных, которые могут оцениваться в этих шкалах, варьирует от 2 до 24.
Обратите также внимание, что не все эти шкалы подразумевают оценку прогнозирования послеоперационной летальности одновременно и риска развития осложнений. Одни, которые какие-то направлены только на послеоперационную летальность, другие направлены только на возникновение осложнений. И обратите также на внимание на тот факт, что далеко не все из этих моделей используют функциональные показатели. Далеко не все. Почему это происходит? Да потому что это означает, что обследование этих больных не происходит в должной мере, и валидация не может быть по этому признаку, потому что недостаточно данных его силы включения в шкалу. Ну вот одна из самых современных шкал, которая часто используется, это так называемая шкала Торакоскор. Здесь три основных функциональных показателя: это классификация ПААСа, состояние по шкале переносимости нагрузок и по ЗУБРОД, это для онкологических больных, вы знаете такую шкалу, и те же оценки шкалы одышки. Как это играет в оценке предоперационной операции, риска возникновения осложнений? Ну вот гендерные различия мы будем с вами сейчас рассматривать. Возьмем пациентов женского пола. Смотрите, возьмем слева от вас показатели минимальные для пациента, там низкий класс АСА, приемлемый возраст, так сказать, почти отсутствие отдышки. И посмотрите, летальность после резекции легких какая? 0,11%. А теперь возьмем максимальные значения: пневмоноктомия, очень рискованный пациент высокого возраста, правда, женского пола, у него классификация АСА больше 4 класс, да, у него злокачественное заболевание. Посмотрите, какая при пневмоноктомии может быть летальность при максимальных показателях. А если такая эта операция будет выполняться по срочным показаниям, то по сравнению с тем больными, у которых выполняется операция по поводу доброкачественного заболевания легких, она будет выше почти в 500 раз. Ну, вот то же самое, я не буду подробно рассказываться, я демонстрирую расчет для лиц мужского пола. Здесь еще более высокая кратность риска послеоперационной смертности. Наконец, сегодняшние шкалы, вновь разработанные, она сейчас только работает в Англии, так называемая шкала SORT. Она пришла на смену шкалы POSUM, потому что POSUM имеет один недостаток. Шкала, очень хорошая шкала, кстати, удобно в том, что калькуляторы есть, вы можете в мобильном устройстве быстро считать эти данные. POSUM неудобна тем, что она учитывает интраоперационные некоторые моменты, и поэтому до операции рассчитать риски невозможно. Чем хороша шкала SORT, что она, во-первых, рассчитана как для открытых операций на легких, так и для тех, которые выполняются видеотороскопическим доступом. Но, к сожалению, она несколько в этом смысле однобокая, потому что, хотя анестезиологи участвовали в ее большей части разработки, но она больше направлена как-то вот в хирургическую сторону. И пока что отношение к ней такое сдержанное, потому что не произошло внешней валидации за пределами пока тех Великобритании этой шкалы. Но вернемся к алгоритмам классическим, да. Я вам скажу, что в 2013 году американцы создали обновление алгоритма, он стал более простым для понимания, да. Они снизили планку верхнюю относительно основных показателей до 60% для диффузионной способности легких и для спирометрии, да, ОФВ1. И они включили уже, обратите внимание, в эту шкалу нелабораторное кардиореспираторное тестирование. А вот теперь задумаемся относительно спирометрических данных и относительно данных по диффузионной способности легких. Всегда ли они информативны настолько, насколько мы привыкли их рассчитывать по объему резицируемой легочной ткани? Но история вопроса относительно спирометрии, видите, заходит аж в 78 год. Достаточно убедительные данные показали, что она важна, но они не учитывают пол, возраст, антропометрические данные пациента, функциональное состояние легочной ткани, подлежащей резекции, в том числе наличие и отсутствие в ней кровотока. И дальше логика пошла по тому пути, надо рассчитывать послеоперационные значения этих показателей. Стали рассчитывать, хорошо работала шкала, но опять-таки оказалось, что они не учитывают
звучит, вот отэкстазированные, компримированные сегменты. А если это центральный рак? Как расчет? Неправильный тогда по основной формуле. И при наличии эмфиземы легких оказалось, а больные от 10 до 40% тракальные больные имеют ХОБЛ как сопутствующее заболевание. И эти больные, как оказалось, испытывают меньшую потерю функции легких после их резекции. И даже функционально после операции они становятся как бы лучше относительно их предоперационного состояния. Поэтому были разработаны специальные скорректированные значения, учитывающие вот эти компримированные сегменты. И стали использовать и данные бронхоскопии, стали использовать данные лучевой диагностики, сентиграфии, да, формулы здесь представлены, они, конечно, вам известны. Относительно диффузионной способности легких, опять-таки говорят очень давно, с 1963 года, давно замечено, что если замерить диффузионную способность снижена на 50% исходного пациента, с большой вероятностью такой больной погибнет. Но оказалось, опять-таки, все не так просто. Когда стали разрабатывать послеоперационные значения, обратили внимание, что надо разрабатывать и этот показатель в виде послеоперационных значений, потому что может быть несоответствие между диффузионной способностью легких и спирометрическими данными. А потом оказалось, что и неоадъювантная химиотерапия, которая стала широко распространяться, может влиять на состояние этого показателя, и это также надо учитывать. Но общее мнение таково сегодня, что несмотря на то, что она является удобным инструментом оценки хирургического риска, существует ограничение в использовании из-за трудоемкости и стоимости исследования. А какого же отношения анестезиологов к этой проблеме? Действительно, анестезиологи валидируют тоже эти шкалы. И вот испанское исследование, 13 торакальных центров, 40 параметров, включая спирометрию, включая диффузионную способность легких, показали, что вообще-то на ближайшие послеоперационные осложнения и летальность влияют вообще-то основные 4 фактора. Обратите внимание. Это возраст больного, является ли он текущим курильщиком или бросил уже курить, и только после операционного ФВ1. Вот 11,6% летальности. Можно что-то избежать. Да, потенциально ключевые вмешательства, которые могут снизить риски развития осложнений, может являться проведение протективной вентиляции, оптимизация инфузионной терапии, реиспользование региональных методов избавления и неинвазивной вентиляции после операционном периоде. Но еще одна проблема оказалась. Ведь это же хирургическое лечение заболевания. Мы лечим заболевание для того, чтобы был эффект на годы. Но когда проанализировали, оказалось, что американцы, может быть, не очень-то и правы, а правы, может быть, больше европейцы. Потому что, обратите внимание, чем хуже спирометрические показатели, и тем более, что чем хуже данное диссеминированное состояние по диффузионной способности легких, тем хуже выживаемость больных даже через год и даже через 2 года. И поэтому эти данные стали учитывать в определении назначения больного на резекцию легких. И, наконец, мы поступили к таким показателям, как максимальное потребление кислорода и пиковое потребление кислорода. Чтобы не было путаницы у вас в голове, это синонимы. Потому что пиковое просто значение означает наивысшее значение потребления кислорода, достигнутое в конкрементном тесте, чаще всего инкрементом или другом тесте высокой интенсивности, предназначенное для того, чтобы приблизить субъекту к пределу переносимости нагрузок. На самом деле можно использовать нелабораторное кардиореспираторное тестирование. Эти тесты широко распространены в других специальностях. В кардиологии, пульмонологии. Вы видите, здесь перечислены показатели, которые могут соотносить определенные результаты с прохождением 6-минутного теста, с прохождением подъема на лестнице, а стандартом является 22 ступеньки. И интересная работа бразильских исследователей показала, что не просто, если человек прошел 22 ступеньки, он функционально опирается. Но вот если он прошел их менее чем за 40 секунд, у него хорошие показатели кардиореспираторной системы. У него максимальное потребление кислорода больше 25 мл на килограмм.
Но американцы, конечно, вот первая работа по кардиореспираторному тестированию показала, что, в общем, предел этого все-таки показателя находится где-то 15 мл на килограмм в минуту. И за пределами, нижними пределами показателями риски летальности и респираторных осложнений резко возрастают. Но американцы говорят о том, что этих пациентов все-таки надо оперировать, потому что хирургическое лечение является единственным методом, который спасает человека от онкологического заболевания. Но противовес им европейцы говорят обратно. Они говорят обратно, что мы-то используем только один показатель, максимальное потребление кислорода, а там целая линейка показателей, которые можно исследовать, в том числе спирометрические данные. И если наклон отношения минутной вентиляции легких выделения СО2 становится больше, чем 35, посмотрите, какие послеоперационные данные относительно летальности этих пациентов. А стоит ли? Стоит ли? Человек после операции 3 месяца еще будет приходить в себя для того, чтобы умереть? Правильно ли? Посмотрите, какая глубина необходимости этих исследований кардиореспираторного тестирования, какую дает они прогностическую ценность. Ну и, наконец, я не буду расписывать кардиологические алгоритмы. На самом деле, там линейка показателей нагрузочных кардиореспираторного тестирования огромная. Часть из них входит, можно выяснить митохондриальную недостаточность, а часть можно селективно изучить кровообращение состояния у человека, ну, в частности, минутный объем кровообращения, например, исследовать кислородный пульс и так далее, да, и на основании этого составить алгоритм, что делать с больным, если у него, ну, не то чтобы компенсированная сердечная патология, а как быть на основании этого исследования, и они позволяют путем исключения легочных причин направить больного на дополнительное, так сказать, или терапевтическое лечение, или проведение специальных операций по улучшению кровоснабжения миокарда. Но, к сожалению, когда мы говорим об осложнениях кардиальных, не все они зависят от состояния пациента. Часть от них, которые мы регистрируем, зависит и от самой хирургии. Это не секрет. Поэтому возникает некоторая сложность, как соотнести вот возникающие осложнения с исходными показателями кардиореспираторного тестирования. И, наконец, вопрос, а кто должен проводить кардиореспираторное тестирование? Мы с вами говорили, что если не лабораторное кардиореспираторное тестирование, анестезиолог может прийти и убедиться, готов больному к операции или нет. Пойдемте, сходим на лестницу. Займет у вас, друзья мои, 10-15 минут ответ на этот вопрос. Поэтому торакальный хирург в нашей клинике, торакальный хирург перед операцией делает эти исследования, как только пациент попадает в клинику и отвечает на эти вопросы. Они простые, малообъемные и неопасные, в отличие от лабораторного кардиореспираторного тестирования. Поэтому лабораторное кардиореспираторное тестирование принято уже так, во всяком случае англичане это доказали, что должны делать анестезиологи. Должен быть комплект неотложной помощи, в том числе и дефибриллятор, кстати. Понимаете? И они говорят, англичане, что у них количество этих тестов за последние годы, по сравнению с 2011 годом, возросло вдвое, достигает 30 тысяч. Понимаете как? И важно, чтобы тест проводился достаточно рано на этапах обследования пациента, чтобы обеспечить предоперационную оптимизацию в подготовке. Ну и, наконец, заключение. Клиницист имеет три цели предоперационной оценки: определить риск предоперационных осложнений, снизить риск предоперационных осложнений и устранить факторы риска у пациентов с риском осложнений в послеоперационном периоде, зная, каково его предоперационное состояние. Текущие модели и алгоритмы оценки функциональной операбельности приемлемы как при открытых операциях легких, так и при выполнении с помощью торакоскопического подхода. Врач-анестезиолог-реаниматолог действует в рамках окончательного решения алгоритма допустимости выполнения операции торакальным хирургом, направленного в том числе на долгосрочный, я подчеркиваю, прогноз хирургического лечения заболеваний. И, наконец, анализ результатов функционального риска врачом-анестезиологом-реаниматологом нацелен на уточнение индивидуального профиля пациента и принятие оптимальных решений по его переоперационному ведению. Но его роль врача-анестезиолога-реаниматолога может быть ключевой, если он ответственен за выполнение кардиореспираторного тестирования. Михаил Юрьевич, благодарю вас за то, что вы меня выслушали. Наступили такие прекрасные дни июня, да, и наконец завтра мы можем посмотреть большой праздник. Спасибо.